Хей, ютубу, хей, ВК, с вами Балдриадвай, да, сегодня мы с вами играем в Hello Neighbor, релизная версия игры. Да, я решил ее перепройти, потому что, ну, как бы, вообще, мое первое прохождение, которое я снимал на свой канал, но, ну, там, в общем, было оно удалено, по-моему, из-за бага, о котором, как бы, все мои старые подписчики прекрасно знают. Второе мое прохождение, которое вот я делал на ютубе, это, оно получилось, ну, таким себе, прям вот откровенно. Ну и поэтому я решил, собственно, сделать вот нормальное, так сказать, перепрохождение релизной версии игры. И, собственно, да, погнали, короче говоря. Так. Так, давай с первого акта начнем. Что-то как немного подлагивал, ну ладно. Так, давай погнали. Наверное, это, ребят, будет серия пока что, вот эта вот первая. Она будет немного коротковатой, потому что я пройду вот только первый акт и этот... подвал пройду от первого акта. И дело в том, что я пройду по-любому быстро это все дело, так что, да. Скорее всего, первая серия получится быстроватой. Да ладно. Так, вот сейчас нас поймает тут. Так, все, вот, наконец-то. Все, начинается у нас игра, так давай. Давай сразу не тупим, давай сразу будем проходить. Так, подожди, нет, во-первых, мне сначала бы надо это самое. А хотя, в принципе, что, мне ведро одно понадобится. По сути, так-то, и все. Хотя нет, ни одно ведро мне понадобится. Не, мне ни одно ведро понадобится, мне вот это еще понадобится, да. Тошек. Так, оп, оп, оп. Вот это я поставлю, запрыгну, вот так вот, прыгну, промахнусь, еще раз, прыгну, 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 запрыгну, запрыгну, в этот раз не промахнусь, расхерачу, зайду, так, 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 так. Ну, да, давай открою, в принципе, почему бы и нет. Вот сразу. Оп, отлично. Так, теперь вот так вот пройду, отлично. Так, я там нажал. Рычаг. Ключ от машины возьму. Пойду, пойду. Коробки, кстати говоря, сразу возьму. Ну, так, просто по приколу. Там у нас сосед бегает. Фигней какой-то занимается. Давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. На эти хлеворезку, ёпись. Вот это свой возьму. Погнали. Оп. А, нет, не так. Неправильно ты все делаешь. Поставь. Вот. Опять неправильно сделал. Вот так вот поставь. Да нет. Вот так поставь. Сука, ты издеваешься или что? Вот так поставь. Все. В чем проблема-то? Ломик в ретине. Ну, в принципе, ломик-то мне не нужен в этом акте.
Так, вот отмычка мне нужна как раз таки. Так, я забираюсь, собираюсь, я сказал. Players M врублю. Почему бы и нет. Так, открою. Вот это возьму. Петровича попишу. Открою. Заберусь. Оп. Вот так. Оп. Оп. Разобью. Ключик возьму. И пройду. Вот так вот, ребят. Все просто. Элементарно. И вообще не трудно. Все, готово. Видишь, вот первый акт уже пройден. Но я говорю, сегодня видео, в принципе, вот эта вот первая серия будет недолгой, потому что, ну, вот я первый акт быстро прошел, а подвал еще быстрее. Так что да, ребят. Так что сегодня серия получится не длинной. Вот уже в следующей я буду проходить второй акт, там уже будет подлиннее чуть-чуть. Так, подожди, сейчас отлагает. Не знаю, так почему у меня, кстати говоря, подлагивает немножко иногда. Ну, или как, меня не, сейчас не подлагивает, но именно вот иногда почему-то, я не знаю почему. Так, открой. Сразу коробки бери, потому что они тебе понадобятся. Сразу бежим, 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 бежим. Открой. Стул возьми. Так, вот это разбивай. Хорош, красава. Так, вот так вот. Ты чё, блядь, серьезно или чё, дядя? И чё, мне теперь служ, что ли, где-то искать? А, ну, слава тебе, господи, хоть его недолго пришлось искать. Вот только сейчас эту вот фигню не вытвори, хорошо? Блядь, он там уже открыл подвал. Не надо, не надо, не надо. Сосед, не надо, я тебя умоляю. Пётр, Пётр, не надо заниматься хуйней. Дай мне по-быстрому тут сделать мои дела и все. Свои, вернее, дела и все. Блять, еще одна коробка нужна. Ну, ладно, может телек пойдет, в принципе. Сейчас включу его. В принципе, телек может пойти, мне кажется. Так, только нормально поставь, хорошо. Красавчик, все, молодец. Хорош просто. Так, все. Готово. Так, давай, забирай, забирай, забирайся. Открывай. Заходи. Все, ребят, пройдено. Не, слушай, честно, как-то это прям слишком быстро было, так что мы, наверное, с вами еще немного второй акт заденем. Потому что это было слишком быстро. А, щит. Here we go again. Все, поймал он нас. Не, ребят, мы с вами, наверное, еще немного второй акт все-таки пройдем, потому что это как-то слишком быстро было, ну реально, согласитесь. Я не ожидал, что прям так сильно быстро будет, прям вот, вот прям вот так вот сильно быстро будет. Так что давай еще пройдем немножко второй акт. Ну, так сказать, для красоты, там, не знаю, эти вот чисто рычаги с водой там сделаем. Ну, если вы понимаете, конечно, о чем я. И все. Второй акт. Не, ну как бы мне, как человек, который кучу раз проходил релизную версию игры, ну как бы вообще в целом все Hello Neighbor, как бы мне это вообще не трудно, вот вообще, абсолютно. Так что сын этого соседа нашего Петровича, вот он Аарон, только ему что-то из земли вырос, и хер его знает почему. Кстати, я там что-то вот, ну, давненько так слышал, что там что-то Tiny Build хотели как-то вот обновить релизную версию игры, я понятия не имею как. Может быть, модельки хотя бы добавят из Hide and Seek, детей соседа. Ну, так сказать, для красоты. Хотя бы Аарона вот так, что он типа дверь открывает. Ну, надеюсь, по крайней мере. Они вообще, интересно, будут обновлять, нет, релизную версию игры? Просто я помню, что там говорили насчет этого, но что-то как-то особо дело не продвинулось. Так, я, короче, сначала должен эти самые подвинуть. Ты понял. Сейчас, подождите, надо кидануть. Охуенно кинул, красавчик, главный герой. Так, ладно, все-таки придется немножко вручную это все сделать. Главное, что только мне этот Петрович, блядь, не мешал. Так, ну вообще, тут есть три варианта. Для тех, кто не в курсе, как можно пройти второй акт. Первый самый легкий. А, нет, наоборот, первый самый сложный. Второй наименее сложный, но он как бы все равно сложноватенький.
Ну, они тоже сложноватенькие, но типа усилий требуют. И последний, третий, он самый легкий. Но самый неинтересный. Короче говоря, третий, для тех, кто не в курсе, это тупо, знаешь, тупо, короче, это. Блять, пройди. Ладно, неважно. А, третий вариант, это вот тупо, знаешь, взять и на батут прыгнуть и все, улететь нафиг. Ну, как бы это неинтересно, согласитесь. Это ж неинтересно, правильно. Зачем? Зачем вот так вот делать? Это ж неинтересно. Мы сюда прошли интересно проходить, так что... Мы, наверное, с вами пройдем по второму варианту, потому что первый вариант, ну, геморный, если честно, вот эти все, блядь, рычаги вот эти все трогать, вот, мне вообще не нравится, ребят, так что... Первый вариант геморный, когда нужно красный ключ добыть, я его как бы не буду делать. Так, вентиль вывалился. Я его делать не буду, я сделаю второй вариант, который, в смысле, где надо лом добыть. Потому что он как бы и интересный, и при этом не сильно геморный. Так, ладно, давай лови меня, короче. Так, да, вылази, давай. Так, вот это ломаю нах сразу. Быстрее забирайся. Вот так вот делай. Сразу покручу, выхожу, кручу, верчу, запутать хочу, переверчу. Так, мне это самое, мне, я забыл, мне что надо. Мне надо, короче, это самое. Блять, там же... Сейчас, обратно, давай быстрее. Коробку возьму, пожалуй, на всякий случай. Пётр. Молодец, Пётр. Вот молодец, вот красавчик. Вот когда надо, прям вот хорош. Молодец, Пётр. Так, коробку кидани, на всякий случай возьми. Вот, да. Мне, собственно, это... Подожди. Нет, сразу. Надо сразу делать штуки. Так, подожди. Я просто недавно это в мобильную версию Hello Neighbor играл, где уже как бы второй акт, так сказать. Там вот недавно проходил, поэтому я помню, как это все делается. Да я, в принципе, и так-то помню, на самом деле. Так, запрыгни, пожалуйста, нормально. Так, хорош. Хорош. Тих, блядь. Вечно так. Так, давай, нормально, прыгни. Хорош. Сливай это говно. Все, красавчик, давай, погнали быстрее. Дверь с собой закрой. Все, полезли. Оп. Слушай, мы сейчас, походу, еще и второй акт пройдем. А давай, кстати говоря, реально, чего, в принципе, тут не трудно тоже. Вот, я воду уже слил. Акулу сейчас просто нахер выкинем, и все. И нормально все будет. Так, тут, конечно, закрыто. Давай, кстати говоря, плеер зэм рубим. Для того, чтобы весело было. Я, наверное... Ладно, давай специально спущусь. Нахер я выброшу эту акулу чертову. Блять, выйди. Хуякс. Пошла вон отсюда. Вот так вот. Так, теперь можно идти туда. Мы сейчас с вами реально еще второй акт пройдем, потому что, ну, блять. Типа, почему бы и нет. А вот третий акт мы с вами уже в следующей будем серии проходить, потому что там он уже подлиннее, ну, думаю, это ясен пень. Там даже мы, наверное, с вами на две серии разделим. Потому что он уже прям конкретно так подлиннее. Так. Угу. Сразу открою это говно. Так. Поверну. А, значит, не до конца, понятно. Хорошо. Так, здесь у нас закрыто. Где еще могу повернуть? Я еще могу, по-моему. Ну там, короче, ключ лежит, типа мы должны воду поднять, потом там с помощью глобуса заморозить. Ну это геморно, короче, ребят, честно, это геморно. Вот с глобусом этим гоняться, блядь, это геморно, ребят. Я этого делать не хочу. О, прям кардинально не хочу этого делать, ребят, поэтому я сделаю все попроще.
Так, я забыл, где мне еще надо. А, вот, 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 вот. Здесь еще надо. Блять, сейчас, блин, аккуратненько. Сюда. Только не накосячь, все, красавчик. Так, теперь сюда пройди аккуратно. Поверти, все, хорош. Погнали, 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 погнали. По-моему, это все, ребят. Стоп, а что я делаю, реально? Что я? Что я какой-то непонятной херню занимаюсь, действительно? Какой-то дебилистикой какой-то занимаюсь. Что ж можно сделать вот так просто? Все, заработало за это все. Да ну тем жопу. Все, отлично, заработало дело. Кстати говоря, да, здесь открылся это. Слушай, а мне теперь... Мне, кстати говоря, проблема тупо на батут прыгнуть и все, и полететь нахер отсюда, действительно. Мне теперь вообще нет никакой проблемы. Но нет, нет, ребят, мы сделаем все поинтереснее. Покедова. Мы сделаем все поинтереснее, ребят. Все в разы поинтереснее мы сделаем, только мне надо найти ключ. Ратполисы, понятно, там ратполисы какие-то. Я забыл, где ключ лежит. А, подожди. А реально, я забыл, где ключ, блядь, лежит. Вроде недавно ж проходил на телефоне только второй акт. Как я мог забыть-то? Ладно. Я что-то забыл, если честно, где лежит ключ. Который спас от кукольного домика, что-то реально забыл. Блядь, что-то реально как-то я забыл, если честно. Прям конкретно. Давай надо спуститься. Оп. Так. Не, ну как бы мне сейчас вообще никакого труда так просто взять, там поставить там каких-нибудь коробок, тупо прыгнуть там батут. Мне вообще сейчас этого как бы нет никаких, никаких трудностей, но... Я не хочу, я хочу вот как-то более это пройти, честно. Я забыл только, где кукольный... Ключ от кукольного домика находится. Вот в чем проблема. Ну да, я помню, я должен открыть, подожди, я там... Так, а мне нужен сначала ключ от кукольного домика. Сначала, изначально. Только я не помню, где мне его искать, вот в чем вся проблема. Я реально что-то забыл, так. Блять, что-то реально как меня прямо из головы вылетело, где быть-то можно. Что-то вообще из башки вылетело, ну-ка погодь. Подожди. А, подожди, да я да, там же вот в яме же находится, действительно. А лопата это, я все вспомнил, ребят, я вспомнил, все, я вспомнил. Я вспомнил, я все вспомнил. Я абсолютно все вспомнил, я вообще преисполнился прямо в этой жизни. Лопату, что нас здесь что-то действительно как-то вступил. Вот она лежит же. У меня просто что-то из башки прям вылетело, прям вот вообще, натурально, прям вылетело из головы. Я даже и не вспомнил. Так, все, вот это откапываем. Там у нас лежит краски ключик. И только теперь мы можем делать штуки. Оп. Да, вот так вот быстренько пробегаем, твою мать, что ты делаешь, ладно, герой? Оп, оп, оп. Сюда, спускаемся. Эть, открываем. Вот это тоже открываем. Так, все, отлично, теперь вниз проходим. Сейчас, походу, по полде кое-кому придется заехать. Не придется. Бери его быстрее. Петр, тебе по балде заехать? Давай, давай, давай. Порция балды. Акция, ёптить. Так, все, вот это да закрой! Что ты делаешь-то? Закрой. Так, на унитаз садим.
Возвращаемся. Коробку берем, чтобы еще раз по балде Петру заехать. Петру, вернее. На тебе. Прости, Петр. Ничего личного. Просто ты мешаешь. Сильно. Так, ломса уберу. Все, лови. Отлично. Все, ребят, читайте второй акт пройдем. Что за херня? А, ну да, кошмар. Действительно, сначала кошмар пройдем. Давай, хорошо. Давай, садимся. Оп. Да, вот так вот. Так, все, давай, погнали, по-быстрому откроем. Ну, думаю, ничего-то объяснять вообще не надо, потому что, ну, блядь, кто не знает новый сюжет Hello Neighbor, расскажите мне, пожалуйста. Думаю, каждый знает. Вот старый не каждый, а вот новый по-любому каждый. Так, все, пройдено. Все, Петр нам пригрозил, сказал, сука, я тебе голову оторву в следующий раз. Но в следующий раз не настанет. Так что да. Ну как, третий акт типа не считается, ну типа сон. И финал тоже, так что да. Так что как-то вот так вот. Вот он, третий акт. Так, ладно, ребят, ну пока что я с вами закончил. С вами был Apple 3A2. Мы с вами перепроходили Hello Neighbor, релизную версию игры. Мы с вами продолжим ее перепроходить в следующей серии. И да, с вами был я, Бутрия 2, и всем пока, давай джаз включим. Отлично, всем пока.